Так, идет подготовка у меня для компота. Вот вытянула малина, вишня, яблоки буду перемывать. Буду спасать и морозильную камеру от места, и яблоки. Яблоки, вы знаете, они на вид плохие, но они очень вкусные. А сейчас вот это вот вчера привезли, красивенные лежат, прям блестят. Восковые такие, блестящие. Ну, оно такое искусственное, никакое. А это вот они вроде бы начинают там пропадать, но это хорошие яблоки. Не знаю, какой сорт, но отличный. Компот будет, я думаю, вкусный. Тем более малина, вишня еще добавится. Сливы нету. Мне нравится вот слива и яблоко. Очень вкусный компот получается. Ну, с вишень тоже отличный, малина. Но сливки у меня нету. Так, друзья, буду я дальше работать. Так, перемываю я в двух водах. Они не сильно грязные такие. И вы знаете, я думаю, что в этом году, наверное, яблок будет мало. Ну, что-то так мне кажется. Там посмотрим, конечно. В этом году, вот, ну, вот сейчас, яблоки дешевые, их полно. Я думаю, везде полно. Так что можно сейчас, если у кого-то есть там что-то такое, чтобы добавить вишня или малина, ну, что-нибудь. Слива подойдет хорошо. Можно сейчас назакрывать зимой. Зимой компота. Хоть уже весна, второй день весны, но... Второй день весны, но у нас, видите, снег на улице. Так что советую. И морозилку освободите от ненужных продуктов. И компот закроете. Летом меньше работы будет. Да и вообще, я же говорю, непонятно почем и вообще будут они ли в этом году яблочки. То в этом году мы наелись. А в следующем посмотрим, что нам лето принесет. Начала резать яблоки. И хочу сказать, вот эти вот, они не сильно такие вкусные. Ну вот, я их начала. А вот это очень хорошие. Не знаю, я же говорю, что за сорт. Но я их шкурку обрезаю, вот, когда кушаю. Сюда не буду обрезать. Помою хорошо их. Эти еще не мыла. Сейчас буду перемывать. И вот это режу и думаю, сколько у Юры пропало этих яблок. Кеша, а ну тихо, ты чего кричишь? Мешаешь мне. Ты смотри, какой певец. Сколько у него... Пропало яблок, это вообще, да еще домашние, это с АТБ вот беру. И то получится вкусный, ну, благодаря вишне, конечно, малинке. А у него сколько пропало, прям вообще глаза разбегаются, и жалко, что оно пропадает, понимаете? Сколько было, смотрели яблоки красивые какие, и что из них стало? Одна секунда, яблоки порезаны. Малина, вишня растают. Сейчас буду мыть баночки. Так, вот варится мой компотик. А это вот поставила рыбку. Голову сварю. Пускай она там мне не мешает. Я за нее забыла. Когда-то покупала 3 штуки или сколько, уже не помню. Те сварила, одна осталась. А я люблю головы. Просто так покушать. Никаких заливных. Так, варим компот. Так, компот мой закипел. Смотрите, какой он красивый стал. Малинка пахнет на всю кухню. Эта штука, он закипел, он будет темнее. Я люблю такой насыщенный, чтобы был компотик. И рыбка варится. Я ее тише поставила, потому что еще рыба выпрыгнет мне в компот. То будет делов. Короче, варим дальше. Малина на всю кухню. Супер будет. Не компот, а сказка. Так, вот смотрите, закрыла 4 банки. Больше сил не хватило. Да и яблок уже нету. Знаете, а вишни мне еще дети принесли. Но я один пакет взяла оттуда, что они принесли вишень. Вот в эти 4 банки все. А то завтра, может быть, ну, короче, не знаю, когда,
Когда у меня сила будет, тогда я и закрою.